Любите ли вы театральную педагогику так, как ее любим мы в МГПУ? И знаете о том, что методы театральной режиссуры вполне себе применимы в школе? Отлично, значит, вам к нам. На магистерскую программу «Театральная педагогика и режиссура образовательной среды». Это авторская мастерская Александра Борисовна Никитина и Татьяны Анатольевны Климовой. Административным научным руководителем этой магистратуры буду я, Асонова Екатерина Андреевна. А вот режиссерские функции будет выполнять Дручек Николай Иванович. Вот таким теплым коллективом мы приглашаем вас погрузиться в мир театра и в мир образования. Если вы имеете театральный опыт образования актера, режиссера, значит, мы будем с вами говорить об образовании. Если, напротив, у вас есть педагогическое образование, значит, мы приглашаем вас в увлекательное путешествие в театр, погрузиться в те тайны искусства, которые он раскрывает нам для возможности прожить учебный материал, для возможности простроить урок так, чтобы он стал увлекательным событием в жизни детей. Научим жить вместе, чувствовать вместе и выносить из этого личные смыслы. Программа рассчитана на 2 года. Каждый магистрант приходит со своим проектом и уходит со своим проектом. Но проект может очень сильно измениться, потому что мы в него вложим все то, что мы знаем, все то, что мы любим, и все то, что любите вы. Да, это совместный творческий процесс, растянутый на 2 года. Обучение 2 раза в неделю с дополнительными возможностями посещать театральные и образовательные практики, обсуждать их и анализировать с точки зрения их ресурса для ребенка, для педагога, для театра, для вас лично. Приходите, это будет здорово.